В Сочи сейчас проходят переговоры президента России и короля Бахрейна. Владимир Путин и Хамад бен Хасан аль-Халифа обсуждают прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Открывая встречу, российский лидер отметил, что Бахрейн – важный партнер нашей страны. Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России. Несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике, тем не менее мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы сотрудничества. Бахрейн является нашим важным партнером в заливе, да, и на всем Ближнем Востоке. Мы очень рады видеть наших друзей, иметь возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и поговорить о ситуации в мире и, прежде всего, конечно, в регионе. Сегодняшняя встреча – это хорошая возможность для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений и для обмена мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и во всем мире. А что касается проблем в сфере экономики, я уверен, что в сотрудничестве все страны смогут преодолеть имеющиеся трудности. Что касается Бахрейна, мы готовы сотрудничать с Россией по всем вопросам.